Всем привет, ребят, с вами снова я, Саша, и сегодня я снимаю очередной влог из моей жизни на карантине. Я не знаю, уже какой это влог по счету, но последнее время я поняла, что эти видео одни из самых любимых на моем канале, и вообще они очень нравятся и заходят именно вам, поэтому сегодня я решила снять тоже такое видео. Я думаю, вы уже привыкли к моим супер гениальным прическам, поэтому она пока что такая. Сейчас, конечно же, я сделаю себе что-нибудь другое. Как вы знаете, практически неделю назад мне уже выставили все оценки. У меня нет дистанционных уроков, занятий, домашнего задания и всего этого. Это на самом деле очень хорошо. Но с другой стороны, раньше я большую часть времени уделяла учебе, и в принципе мой день состоял практически из учебы. Но сейчас у меня есть больше времени на изучение тех же самых иностранных языков, на какое-то саморазвитие. Это очень классно, потому что до этого, считайте, у меня не было такой возможности. Я очень надеюсь, что вам понравится это видео, так что давайте же поскорее начнем. Кстати, я хотела сказать, что сегодня у нас просто отпадная погода. Сейчас у нас 26 градусов, и днем у нас обещают 33 градуса. 33 градуса 25 мая. Да, сегодня 25 мая. У нас никогда не было такой погоды в мае, по крайней мере, я не помню, чтобы она была настолько жаркая. Школа закончилась, но я продолжаю писать свои планы на неделю, чтобы не выходить из режима и чтобы быть также организованной, поэтому я расписала примерно свои планы, иногда их дополняю, иногда что-то вычеркиваю и так далее, но пока что вот так вот. Сегодня моя основная цель — это позаниматься, наверное, английским, найти сайт, где я буду заниматься, и распечатать всякие прикольные штуки, я вам сегодня тоже покажу для английского, потому что я решила, что все-таки у меня нет сейчас какого-то занятия типа школы, поэтому я буду заниматься английским каждый день или через день, я еще подумаю. Потому что мне это очень нравится, и, в принципе, сейчас есть много свободного времени, почему бы и нет. Я думаю, вы сами без меня знаете, что английский сейчас необходим везде. Вообще очень классно знать его в совершенстве. И я решила, почему бы все лето и вообще в конце мая не позаниматься английским, потому что это будет очень полезно для меня. Опять же таки, я потяну свой английский. Готов мой такой вот небольшой повседневный макияж, потому что сегодня будет очень жарко. Я думаю, если я сделаю много косметики на свое лицо, то это будет не очень. Также сейчас буду заниматься изучением английского. Сначала найду сайты, где буду изучать. Также хочу распечатать себе полезные материалы. И выбираю как раз-таки тетрадочку, в которой я буду заниматься английским, потому что у меня до этого была. Но я хочу прям начать сейчас все с чистого листа, с новой тетрадки. Тем более, но я просто не могу не воспользоваться моими новыми такими классными тетрадочками. Сейчас я выбираю между тетрадкой с клубничками и между вот такой вот огромной с
космосом, потому что, с одной стороны, это тоже очень удобно, то, что она такая большая, там все дела. В общем, ребят, в итоге я подумала и решила взять эту тетрадку, потому что, ну, она супер-супер классная, и это будет самое то для английского. Поэтому в этом видео уже с вами вместе начну тут писать, буду показывать, как я, в принципе, собираюсь оформлять свои конспекты и так далее, поэтому, надеюсь, вам будет интересно. Сейчас хотела показать вам, по каким учебникам и пособиям я буду заниматься. Думаю, вам будет это интересно. У меня есть очень много учебников. Первое, что у меня есть, это книжка Чарльз Диккенс на английском языке. То есть она полностью на английском. И, конечно же, чтение книг очень хорошо помогает усовершенствовать свой английский язык. То есть, когда вы читаете, выписываете непонятные для вас слова, и автоматически у вас очень хорошо пополняется словарный запас. Поэтому, я думаю, это очень тоже круто, если вы будете читать на английском. Дальше у меня есть вот такой вот Student's Book. Это тоже такая книжка для изучения английского. Вот так вот она выглядит. Тоже всякие задания, но они очень-очень хорошие, качественные. Действительно, такую книжку, я не знаю, можно купить в России или нет сейчас, но она тоже очень качественная, и я думаю, буду, конечно же, по ней заниматься. Еще вот такой вот учебник, тоже тут множество заданий на времена, вообще есть правила сразу же, то есть тут все можно просто брать и проходить по разделам, потом тренироваться. На самом деле, вот эти вот три учебника, которые идут дальше, они непростые, потому что, в принципе, это уже уровень после школы, и я думаю, если я их освою за лето, то будет вообще очень круто. Вот, потом идет второй учебник, Мёрфи, и, наверное, я все-таки большую часть буду заниматься по нему. И последний учебник — это English Vocabulary in Use. Это тоже учебник Кембриджа, вот тут написано. Тоже всякие задания, всевозможные варианты, правила и тому подобное. Я, кстати, перед этим минут 30 рылась в интернете, пыталась найти прикольные сайты для изучения английского, но так и ничего не нашла. Поэтому решила, что учебники, книжки и даже, возможно, чуть-чуть сериалы — это самый лучший способ изучения, потому что все-таки эти сайты все в основном платные, и пока что я не нашла классного сайта. Сейчас я даже достану принтер, чтобы распечатать картинку со всеми 50 штатами США. Я хочу их выучить, я не знаю почему, но мне кажется, это будет прикольно, если буду их знать вообще, в принципе, примерное расположение, потому что я не имею вообще понятия о штатах и вообще, как они расположены. И до этого я даже не знала, сколько их всего. Я думаю, их где-то штук 20-30, их оказывается 50. И нашла вот такую классную картиночку, очень яркую. Смотрите, как красивенько получилось, мне прям очень нравится, так что беру свой тетрадь, сейчас достану всякие штучки для оформления конспектов и начну вести эту тетрадку. Ребята, я уже закончила выписывать полностью все штаты, получилось 50 штатов, и на сегодня я с этим заканчиваю, потому что я уже выучила 25 штатов, где они располагаются и так далее, и завтра, наверное, или послезавтра я продолжу все это учить, выучу остальные 25, я считаю, это просто прекрасно. И сейчас получается уже час дня, за это утро я успела сделать тренировку, позаниматься английским, в принципе, ничего еще больше не делала. Также я уже пообедала, и сейчас в этом видео бы хотела сделать хол своих летних вещей, которые я прикупила к лету, потому что изначально я хотела сделать отдельное видео, но потом подумала, что вещей у меня не так уж и много, и что, в принципе, я могу уместить это во влоге. Я знаю, что вам всем было интересно, потому что вы мне часто писали, когда будет хол, когда ты покажешь уже свои обновки. Так что да, сейчас я готова вам все рассказать и показать, сделаю также небольшую примерочку. Итак, ребята, первая вещь — это вот такая вот толстовка из H&M белого цвета. У меня никогда не было белой толстовки, она еще с капюшоном, я просто обожаю толстовки с капюшоном. Вообще она такая универсальная, что в ней можно пойти хоть куда. Заказывала с официального сайта H&M, пришла она где-то за неделю или за полторы, в общем, шла не так уж и долго, но и не так уж и быстро. Вот так вот выглядит она на мне, она супер комфортная, супер удобная и вообще стоила недорого. В общем, она быстро завоевала мое сердце и стала одной из моих самых любимых.
Понимаете, сейчас я вам собиралась уже показывать вещи с Asos'а и поняла, что они в одной цветовой гамме, то есть вообще своеобразные оттенки зеленого, и я не знаю, как это получилось, но мне очень нравится. Еще понимаете, помимо этого у меня есть кроссовки Nike вот примерно такого цвета, и они все вместе очень классно сочетаются. Ну и сейчас, конечно же, я балдею просто от этого цвета, мне он очень нравится, до этого у меня не было вещей вообще таких цветов. Посылка мне тоже дошла за дней 15, может чуть меньше, чуть больше, примерно вот так. Но прикол в том, что она мне из Англии летела дня 2, а уже у нас в городе в Челябинске она лежала дней 5 или 6. Так что, не учитывая вот этого вот фактора, она очень быстро дошла, прям очень быстро. И первая вещь, которую заказала, это была вот такая вот подвеска. Сейчас я вам покажу поближе. Очень классно смотрится. Я, кстати, забыла про нее, надо ее поносить. Следующая вещь — это такая неоновая сумка от Adidas с таким ремешочком. Мне кажется, он классно вообще вписывается и дополняет, в принципе, всю эту сумку. И, в принципе, я очень давно ищу сумки подобного плана, потому что у меня есть помимо этой еще одна сумка. И эта сумка успела стать моей любимой, потому что она безумно удобная, безумно классная. Также внутри у нее еще есть дополнительный кармашек. Не все вещи сейчас буду мерить, потому что в некоторых я уже успела сфоткаться в свой Инстаграм. И если именно ты не подписан на мой Инстаграм, то скорее подписывайся, потому что тебе не сложно, а мне будет безумно приятно. Тем более сейчас я стараюсь выкладывать больше сторис, вообще больше лайфа, больше моей жизни за кадром. Также показываю какие-то мои новинки и так далее, поэтому думаю, вам будет интересно. Первую футболку сейчас не могу показать, но она очень классного качества. Вставлю картинку где-то вот сюда или сюда. А мне она очень понравилась, такая в полосочку. И эту футболочку я тоже заценила, тем более она очень классного качества. Итак, вторая футболка, которая, наверное, была почти самой любимой из этого заказа. Почему почти, вы поймете. В общем, это такая футболка такого салатового цвета от Vans. Она очень большая, как видите. А потому что я заказала ее в размере L, чтобы она была побольше. Вообще, кстати, не пожалела, что заказала ее побольше, потому что она очень-очень крутая, очень классно смотрится. И вообще, я поняла, что мне идут оверсайз футболки. И последняя футболочка, которую заказала, это была футболка не оверсайз, то есть совершенно обычная, но мне также она нравится. Она вообще стоила очень дешево, я не помню, около 500 рублей, и для такой футболки я считаю, что это очень мало. И, конечно же, я буду носить ее летом, если будет куда выходить, потому что вы все знаете сложившуюся ситуацию. Ну и последняя вещь из моего заказа, я не ожидала, что она будет настолько классная, настолько крутая. Вообще у меня не осталось слов, потому что у меня никогда не было такой классной худи, вообще такой супер мягкой, удобной, которую я могу просто носить часами, не снимая. Это такая толстовка, не знаю, она меня ассоциируется сразу с крипером из Майнкрафта, я не знаю почему. Это толстовка от Фила, также с капюшончиком. Уже также успела сфоткаться в ней в Инстаграм, в общем, да, теперь это моя самая-самая любимая толстовка, и я просто ее обожаю. Ну а после того, как я сделала вам небольшой хол летних вещей, я хочу сказать, что сейчас я буду одеваться, чтобы пойти гулять. Также хочу взять свой пониборд, потому что на нем я не каталась около 2 или 3 лет, и решила, почему бы и нет, тем более сейчас скучно. Я пойду кататься в лес, чтобы подышать свежим воздухом и просто наслаждаться природой. Примерно вот так вот я выгляжу после снятия хола. Все прекрасно, все чудесно просто. Итак, мой look of today — это вот эта вот футболочка со сосок. А в жизни она, кстати, выглядит более зеленой. Также моя сумочка, цепочка и шорты, потому что там безумно жарко. Также взяла свой пониборд, чтобы покататься. Я вам не помню, говорила или нет, но, в общем, решила покататься, потому что давно не каталась. Думаю, будет очень классно. Очень жарко, 32 градуса, я что-то умираю просто от жары, понимаете? Я в машине чуть не умерла от кондиционера, я не знаю, что будет дальше. Тут площадка, там дорожки, короче, очень классно. Я сейчас села в машину, я покаталась, короче, у нас очень жарко, сейчас показываю 38 градусов, и, как вы видите, я вся мокрая, это просто капец, у нас никогда, по-моему, не было так жарко, я так странно вообще выгляжу. Мне кажется, в такую погоду вообще нереально на скейтборде кататься, но я покаталась, и вот что из этого вышло. Я, собственно, дошла до дома, вы не представляете, насколько у нас жарко. Я промокла вся насквозь и выпила, я не знаю, мне кажется, 2 или 1,5 литра воды, что для меня вообще не свойственно. У нас на улице серьезно так же жарко, как в Турции. У нас, получается, нет ветра, и вот это вот все скапливается, это вообще ужасно. Мне, с одной стороны, классно, что жарко, но, с другой стороны, это слишком жарко. Ну, собственно, вот эти 33 градуса, вообще капец.
Кстати, я хотела показать недавно в магазине, я нашла мои самые-самые любимые зефирки. Это просто божественные зефирки. Я купила себе, чтобы жарить на даче на выходных. Блин, ну лучше этих зефирок я реально в жизни не пробовала. А сейчас у меня в планах чтение, потому что я считаю, что нужно все-таки соблюдать привычки. Читаю свою книжку, начала я на даче читать, еще закладку не сделала. Как раз-таки вот сейчас возьму и прочитаю страницы 50-60. В принципе, у нее очень большой шрифт, и я очень быстро, мне кажется, ее прочитаю, потому что всего 300 с чем-то страниц. Пока не могу вам ее рекомендовать, потому что, в принципе, еще не вчиталась, но потом вам все расскажу. Ну и сама картина, как вы поняли, да, сейчас я буду скрашивать картину по номерам. И вообще, я это делаю ближе к вечеру, сейчас 5 часов, но я могу вообще сесть реально в 5 часов и закончить только в 9, потому что это очень увлекает. И так как у меня очень много мелких деталей в картине, то это происходит очень долго. Вот так вот выглядит моя картина сейчас. Я думаю, виден прогресс уже. Очень много сделала. Я не помню, когда уже показывала картину в прошлый раз, в каком она состоянии, в принципе, была. Но я закончила горы, закончила все деревья. Получается, тут деревья уже почти закончила. И тут прорисовывается домик. Его уже видно, он такой миленький, маленький. Также планирую в ближайшее время пересмотреть фильм. Получается, сейчас я их смотрю иногда, когда кушаю, иногда, когда раскрашиваю вот эту картину на даче, дома, неважно. И сейчас я вот таким вот темпом уже дошла до второго сезона. Сейчас я уже на, получается, 7-ю серию закончила, на 8-й серии. Я сейчас закончила раскрашивать, вот такой результат получился, сейчас еще буду продолжать, наверное, чуть-чуть передохну и потом продолжу. Вообще, я уже раскрасила чуть больше половины картины, то есть вот тут половина и вот эта половина, и я уже вышла сюда. На самом деле, очень долго ее раскрашивала, но мне нравится, и потом буду заказывать еще себе картины по номерам. У нас сейчас вечером очень такое милое солнышко. Ну и на этом, как вы поняли, мое видео подходит к концу. Я надеюсь, что вы тоже, как и я, успеваете классно и насыщенно провести свой день, успеваете заниматься своими любимыми делами и также делать что-то полезное для себя, например, как я сегодня позанималась английским. Так что, если вам понравилось это видео, и если вы хотите больше подобных видео на канале, то, конечно же, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, а также оставлять свои комментарии внизу. Я желаю всем удачи, и всем пока!